Привет, друзья, с вами Скай. Сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игрушку под названием SnowRunner. И в этой игре нам сейчас с вами предстоит поисследовать вышечки. Я хочу поисследовать эти вышки, но до этого, я хочу заехать сюда и посмотреть, что тут с тачкой. И, может быть, чуть-чуть поразведаем то, что у нас вообще тут есть. И будем радоваться тому, что у нас... вокруг нас происходит. Так, и смотреть вообще, что тут есть. Вышки, смотреть территорию, как ездит данный автомобиль. Тут есть куча тюнинга, который надо открывать, находить. Поэтому мы потихонечку будем двигаться в сторону этого замечательного тюнинга. Так, мне бы, блин... Так, я видел там какую-то дорожку. Давайте туда попробуем свернуть. Надеюсь, он проедет у нас. Ну, вроде пока едет. Ой-ой-ой. Особо во враг бы не хотелось. Но, в принципе, у нас есть лебедка. И я думаю, мы с помощью нее себя вытянем. Без особых усилий. Так, там что-то заморгало слева. Нормально. Запчасть! Давай, иди ко мне, моя дорогая запчастюлька. Так. Запчасть. Улучшение. Высокая подвеска. О, да. Так, ну мы ладно, поездим дальше. Посмотрим все-таки нам на эту... тут горы, да? На горная гряда. Нам будет объехать и направо уехать сразу. Ага. Я понял, ничего не могу больше сделать. Я понял. Покидаем гараж. Заводимся и поехали. Снова обратно в те же края. У нас хоть и есть подвеска, но я решил, что тут пока не заходить. Толку от высокой подвески, если у нас ничего нету, ни колес мы еще не нашли, или их надо заблокировать за что-то там. Ну ладно, не суть. Поедем сейчас на ферму, заедем, посмотрим, может там есть какие-то поручения или задания для нас. Или я хотел вообще съездить там тачку пробовать посмотреть. И может быть она окажется для нас, которую мы вытащим, мы сможем в ней передвигаться. Но я что-то в этом не сильно уверен. Но мы, однако, попробуем. Так, здесь, наверное, так мы сможем проехать. Опасный уровень воды. Да ну тебя наш нафиг, чтобы это сообщение не появлялось. Пока тут водички вообще почти нет. Так, полный привод. Спасибо тому, что он хотя бы у нас подключаем. Но я бы хотел тачку с постоянным полным. По крайней мере, на Таймыре и в Аляске нам точно пригодится. Так, я вот направо где-то должен повернуть буду в скором времени, потому что мне надо на это замечательное местечко заехать под названием ферма. Ой, они как все размешаны, видимо, тракторами да грузовиками все размесили. Ага. Что тут поле у нас? Где-то слева надо будет прокатиться. Так. Ну, загрузиться я, собственно, ничем не могу здесь. Что логично. Эй. Ну, эй. Тут даже полного привода не хватает. Давайте-ка на реверсе. Эх, на задний. Вот это сели, так сели. Да блин, камера. Да уйди отсюда. Господи, как тупо. Мы сможем выгрести? О! Сбоку зацепились. Ну, поехали. Давай, тяни. Ой, как поперло-то. Так, давай сюда. Оп, выезжаем. Да, на этой тачке нам особенно нету и смысла пытаться куда-то заезжать и вытаскивать точно чувака. Точнее, не чувака, а автомобиль его. Вот тут вот. Я уже даже не знаю. Он был в болоте, как я видел сбоку. Но фиг знает, есть ощущение, что я его тупо не вытяну. Просто вообще никак не смогу вытянуть. Ой, ёперный театр. Не, ну слушайте, ну чем черт не шутит? Давайте попробуем. Что, уберись от точки. Так. Давай попробуем здесь заехать. Насколько мы, интересно, проедем. Даже с полным приводом. Ну, надо тут доползти в любом случае. Хотя, может, стоит грузовик обычный взять, а не вот это вот транспортное средство. Я могу вообще ехать тут, нет?
Или мне надо чуть-чуть себе лебедочкой оттащить. Ой, зарываюсь. Хотя нет, что-то еду. Давай, поехали, лебедкой себя будем оттаскивать. Ну как, акисолоно выглядит это? Ой-ой. На. Походу я до него даже и не доеду таким макаром. Давай, тащи меня, лебедочка. Во-первых, на автоматическую переключимся, чтобы не париться с задним ходом. Ох, как погребли отсюда мы. Надеюсь, не утону. Так, а мы туда можем? Да. Не-не-не-не-не. Давай попытаемся выехать отсюда. И будем себе подтаскивать себя из колейки. О, да. Мы можем. Мы смогли выбраться. Так, свет давай. Без света как-то вообще не камильфо. Потому что нихера не видно. А раз нихера не видно, то как бы ехать опасно. Прям мотором шатался в пенек. Ладно. Объедем это все. Там дальше тоже что-то было, пока мы ехали. Где-то тут напротив этой халабуды ихней под названием ферма. Слушай, ну двигатель, конечно, ест довольно-таки сильно, но топливозапас у нас 80 литров, поэтому, я думаю, у нас проблем не будет. Город направо, окей. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Ага. Так, а вот... Эй! А вот, все отписло. Прогруз, видимо, был. Так, сейчас налево. Вот, цистерна стоит. Наверное, мы ее можем подхватить и использовать. Отвезти ее потом, продать нафиг. Принять паяльно в ельнике. Слушайте, а давайте то съездим. Только нам будет сначала... Давайте вейпоинты себе расставим, чтобы... Ага, один сюда. Один сюда. И один сюда. Так. Ну, поехали тогда. Коль у нас теперь есть поручение принять, следить. Теперь мы точно видим, где оно. Да, и вейпоинт расставили себе. Поэтому, думаю, нам будет нормально. Сейчас съездим, посмотрим, что там есть. Еще эту башенку активируем, которая нам обзорность дает. А обзорность в наше время — это неплохо. Так, ладно, едем. Ну, по говну довольно-таки неплохо. Это пикапчик справляется. Chevrolet. Так, нам надо будет направо сейчас уехать. Давай. А вот такой вейпоинт подъезжаешь. Он сам берется, да ё-моё, чтобы не так как-то резко очень странно повернул, то он и не поворачивал, как в говне плавал. Но, видимо, из колеи вылетел и полетел. Так, ну вот едем по небольшой колейке. Так, сюда наверх. Наверх, надеюсь, двигателя нашего хватит, чтобы забираться здесь. Давай направо. О, все, едем. Ну и еще можем себя подтаскивать, в принципе. Например, вот так вот. Вот так. Вот, уже неплохо, как мне кажется. Давайте на пониженную. Почему мы встали? Ну, что нам мешает ехать? Давайте на оборотах побольше дадим. Не то. Отодвинься чуть-чуть от руля, ты нифигища не вижу. А, корень дерева. Давайте поедем сюда. Да что ж ты не хочешь ехать-то вообще? Резина, видимо, говно, я вообще ничего не могу переехать. Или колеса маленькие стоят. В принципе, высокая подвеска-то, наверное, бы и неплохо помогла мне. Так, используйте мощь своего двигателя. Ну, то есть газ дави, и тем самым ты будешь давать. Да, вот все, я могу тут заехать теперь. Ну, аккуратненько, ладно, поползем туда. Где ты ее закрепляешь-то, а? Подвытаскиваемся. Да, все нормально, мне теперь надо чуть-чуть
Вот сюда надо как-то забираться. Вот она колея справа. Ну, уже я в ней. И вот, в принципе, еду. Еду. Мне нравится. Мне нравится. Просто реально неплохо, неплохо. Едем. И нормально. Я бы света побольше подставил, там такой. Или поменял бы желтую, вообще жесть. Я бы на что-нибудь более холодного оттенка поменял. Езжай давай. Не туда цепляешься. Можно, конечно, в ручном режиме использовать ее, но это долго. Надо постоянно выбирать, откуда, куда цеплять. С одной стороны, да. Тут самое прикольное, что ребенку можно вообще с любой стороны поставить. И это, конечно, нереалистично, но вытаскивать себя из жопы полной неплохо. Но когда ты переворачиваешься, ты, к сожалению, своему, моему, всеобщему, не знаю, глохнешь. И это полная жопа. Сможем мы туда заехать или нет? Я что-то сейчас подумал. Так. О, крутой вид. Мы открыли эту вышечку. Да, нормально, нормально. Нам в гору. Так, нам надо будет в гору объехать с той стороны и заехать. Все, понял. Это будет неплохо. И будет первое задание. Поляна в ельнике. Но почему в ельнике, если она на горе? Ну, ладно, оставим это на совести переводчиков. Так, давай, езжай, 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 езжай. Заползаем. Вот сюда нам. Машинка, конечно, тянет, но... Но чего-то все равно не хватает, и чтобы нормально ехать. Так, да, я еду по дорожке, можно сказать. Вот-вот-вот, почти. Давай-давай-давай. Не хочет, смотрите, упирается. Давайте подтянем себя сюда. Я на камни там наехал, поэтому понятно. Что тачка не хотела абсолютно ехать. Давайте себя стащим с камней и поехали. Поехали вот так вот. Давайте на пониженную перейдем. Да, оборотов немного, зато мы более-менее точно колеса не будут проскальзывать. Все, у нас зацеп есть. Конец зацепа, мы просто взрываемся. Так, давай сюда, блин. Как неудобно камеру управлять немножечко. Ну, это дело привычки для меня просто с геймпада. Так, ну, круто атмосферно среди таких скальных пород ехать. Давай. Право руля. Так, где-то здесь у меня должен быть поворот налево. Наверное, где-то вот здесь. Будем надеяться, что да. Выйти из тачки у нас нельзя, поэтому... Так, налево. Все, я понял. О, здесь подтянемся. Не, без лебедки тут вообще делать нефигу. Тащим. Главное, не вырвать ее с корнем. По чуть-чуть ползем. Вот прям видно, как по чуть-чуть заползаем. Что-то не хочешь ехать-то. Буксуешь на месте и все. Ну, должен же быть тут заезд. Вот потихонечку так вот. Вот потихонечку-то мы, да, вырываемся вперед. О! Прям вперед нас протащит сейчас. Всеми колесами главное зацеп поймать, и можно ехать. Давай, за что-то зацепились, но не знаю за что, но затаскиваемся. Затаскиваемся. Без лебедки я вообще не знал, как бы... Оп! Награда! Косарик! Отлично. Съезжаем. Нас дальше можно вот сюда поехать. В болото. А хочу ли я ехать в болото? Тут есть еще одна смотровая вышка. Прицеп. Угу. О, улучшение. Прикольно. Мое предложение скататься туда. Так, и посмотреть, что же нас ждет там. Ну, сейчас давайте съедем аккуратненько. Спустимся и поедем. Блин, полный привод, это, конечно. Ой-ой-ой. Нам бы правее чуть-чуть, а не в эту елочку или сосенку.
Елочка, наверное, ельник же. Давай. Да блин, как я вперед выдвинулся. Ну, давай. Давай, 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 давай. О, поехали. Кстати, может отключим полный привод? Он на спуске лишнее топливо только жрет. Тут мы, в принципе, сами пока можем как-то контролировать ситуацию и ехать. Давай, 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 давай. Давай, ты едь, ты нормально. Колбасит, конечно. Подвеску все-таки надо будет обновить. Ой, 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 ой. Так, давай. Ну, что тебе не нравится? Давайте. Блин. Задний ход. Так, туда. Все, нормально. Чуть подкорректировали себя лебедочкой. И зашибись. И все, и поехали. И поехали, и поехали. Ту, господи. Двигатель вообще нещадно ухватывает. Повреждение, кстати, вроде как я понял, влияет на производительность автомобиля. Давай, полный привод. Тут он нам сейчас нужен. Изучить окрестности. Я их уже изучил, не надо мне тут. Ну, блин, слушайте, реально, мне нравится такое спокойное, медитативное ползание по говну, по лесам, по прочим интересным ландшафтам. И графончик-то крутой. Не забывайте, ребят, подписываться, ставить лайки на канал, потому что от этого зависит наша проходимость. Будем называть это так. Ой-ой-ой. Ну, ну, выползай, давай, давай, давай. Так. Аккуратно, аккуратно. А что если съездить в Таймыр и... Я знаю, что я сейчас сделаю. Мы же можем купить тачку. Я хочу поменять этот... драндуль на что-то другое. У меня там бессмысленно есть хлам, который я хочу продать. Одна тачка с... которую я точно могу себе позволить просто продать без всяких последствий. Куда я уехал? А, ну я понял. Так. Вот это прикольно, что свет как бы... Ой-ой-ой. Где нет света, вообще темно просто. Ну, посмотрите, вот это вот что. Это круто. То есть все, что не выхватывает световое пятно наших фар, нифига нам не видно в темноте. И это прикольно. То есть если мы будем ехать так, я мало что вижу. Поехали, там на Таймыре прикольный транспорт есть российский. Мне кажется, мы его сможем сюда через гараж как-то перетащить, хоть не можем здесь купить. И это будет максимально круто. Просто представьте себе, нормальная тащила. Просто наша с вами какая-нибудь УАЗик. УАЗик, вот это вот будет прям нечто. Ну, УАЗики тут рассекать. Это будет прям незабываемо, чем на каком-то вот этом вот чуде. На УАЗике просто будет. Сейчас пойдемте купим УАЗик. Я думаю, что это достойно того у нас. Как ты делаешь? Ты и пофиг. Я вертел, в общем. Так, ладно, поехали. Продадим эту тачку. Мы ее сам можем купить за ту же стоимость, за которую продаем. И продадим парочку там нам не очень нужных автомобилей. Ну, то есть вот этот вот и... Сосед еще у него есть. Не помню, как он называется. Эй, аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Выключаем полный привод. Зачем нам такое потребление топлива? Я хотел продать вот это вот. И для этого мне надо зайти на стоянку и нажать продать. Ну, денег теперь у меня точно хватит. Так, Таймыр. Едем. Все, в Таймыр. Посмотрим. Я по самому Таймыру покатался, но... Даже не знаю. А давайте сделаем покупку в следующей серии. Сегодня мы неплохо покатались, поразведывали. До новых встреч, друзья. Увидимся с вами в следующей серии. Пока что мы насыщенно довольно проехались до вышечки. Серии будут больше, надеюсь, следующие. А может быть, вы хотите наоборот маленькие серии, в которых лучше монтажиком что-нибудь до интересного момента только ставить. Или как? Напишите это в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч. Увидимся с вами в следующей серии. До новых... Пока!